Атырауская область. 543 тысячи жителей. Площадь 118 тысяч квадратных километров. Два города, 7 районов, 174 поселка. Центр нефтяной отрасли страны. Здесь добывают миллионы тонн нефти и миллиарды кубометров газа. Что ожидает предприятия региона? Инфраструктура области, рабочие поселки и дороги, водопровод и газ. Что планируют строить и развивать? Каспий – природное богатство Казахстана. Как сохранить эту уникальную экосистему? Жители области – активные люди, которые умеют и хотят работать. Что скажет им власть? 8 декабря смотрите пресс-конференцию акима Атырауской области Бактыгажи Измухамбетова. Аким отвечает.